Вот. Я не хотел бы в колду играть по-другому. А вот я играю в Battlefield 2042 на ПК. И там по-другому, Нормально? просто потому что там. Нет, там просто очень много людей. И там от тебя ничего не зависит. И от команды, и в 4 человека ничего не зависит. Потому что там 128 игроков. И противник может быть просто, ну, блядь, супер организованный. И ты. Матлада, война. И поэтому ты играешь чисто на фан. И поэтому там по-другому ощущение. Так, пацаны, я вас Да, прикрою там из другое. Там бункера. 15 Да. минут бежишь, потом тебя убивают, и опять распавнишься и бежишь еще. Все. Да, есть такое, братиш. Ну, как всегда. Бедолага. Да, в него, по-моему, только слово Трешка, С трех сторон просто выезжали. Человек с точки С, ребята. Сидите. Новый X-мен. Так, не понял. Причем все рандомы играют одинаково. Они не любят размениваться на свое ХП или на свои силы. Это настолько эгоистичная игра, что Это просто эгоистичная пиздец. игра, да. А у нас, когда мы играем, наоборот, мы свое ХП можем разменять винчик легко. Поэтому выигрываем. Что мы так и делаем. Нет, 27 это еще много, надо еще побороть. Там слева, да. Да почему я такой косой, блядь? Ну, не будь, братиш, я... Как это произойдет? 14, красиво. Моя точка на... Красиво, красиво. О, с цешки бегут три кабана. Три кабана бегут с цешки, звучит как анекдот. Да, звучит как задача. Заходит в бар. Заходит в бар, да. Я уже на новой точке, ты со мной. Жопку, жопку посмотрю. Кто бежит в жопке? Саня, Саня посмотрит. Я веду, с Ашки. Окей, Лена вперед и флешку. Пацаны, это я! Саня сзади, да? Почти. Саня. Да. Кто тебя убил? А вот. Двое с жопы были, ой, убили, блядь. Там есть третий. Ой-ой-ой. Двое сзади, двое сзади, одного потушил. Перезаряжаюсь с вами. Бля, сзади, 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 сзади. Нам скоро пригодится москита на Дубурсане. Так, я умер, Саня, живи. Нормально. Флешка, грена раз, грена два, все налево и бегу направо. Сзади вы. А, он уже сел за эти самые, за дверью. Я походу в огурцах, это ребят, немножко. Хорош, 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 огурчики, огурчики, огурчики. Я с огурчиком, да, я с тобой, да, Миша. Да, пошла да, эти гранаточка, я за. Посидим уже. Да, я сюда спрячусь сзади, буду вас прикрывать в этом дерьме. Оп! Братик надул. Да, надул мужика, красиво. Я тогда надул сидите, мужика я на огурчиках. Посмотрю. Опа, уже бункер один шел. Умер. Принято. Грена раз, грена два. И флешку ему догонку. С бункера кто-то снял. Дилот, да, наверное, Дилот, да, ты там? Да, меня снял, там снайпер и самолет один. Бункер, принято, а, принято, ушел уже. Смотрю центр. Так, мужик там стоит. Целый. Да, братиш, надул. Бункер, Миша, бункера. Ага. Мы сбили мужика. Забрал умер. Его. Умер, умер. Ниже был один. Второй, умерли оба. Мужика сдули. Теперь с бункера, по-моему, да? Слева заходит. Сальто. Ох, хороший. Он мертвый. А, это Сальто комар его был. Убили. Я комаром ебанул, да. Повесил его. Так, они бункер чисто. Забегают на горсе. Следующий хардпоинт. Откуда? Сэшки? По центру, походу, были. По центру были. Ага, ага. Они развернулись все, и бежали в другую сторону, я спину отстреливал. Есть это самое, кластерка. Но я, наверное, не сюда я буду. Леха, за тобой. Открытая точка. Миша, за тобой. Ага, давай. Бежим, бежим, бежим. И грена сразу на дальнюю. Раз, пошли два, грена. И флеш. Ебать, бочка меня убила. Там бочка такая есть. Еще грена. Со спины к вам не придут, спину я смотрю. Там уже сидит один слева возле точки. Да, в туннеле бежит. В туннеле. Они аккуратно с туннеля бегут. Я смотрю. Опа, со спины есть один. Умер. Второй со спины. Все, он меня убил. Спина у вас двое. Минимум двое со спины. Следующий хардпоинт в бункере. Вот там кассетка будет просто как боженька. Да, там двое. Там двое идут аккуратно. Они турель поставили на подходе к бункеру, ребята. Прям турель. О, еще один снизу. Точка сменилась, точка сменилась. И один сверху. Блять. С какой стороны мы входим?
я вижу. Да. Пытаюсь ее ебать, отвлекать, и вот это вот все. О! Вижу. О, нормально, сработало. Свет. Камера, мотор. Все. Кластерка внутрь. Ой, блять. Турель отъебана. Антигранатка. Еще у вас сзади. Отлично. Мужика надувай. Кидорам. Красиво. Блять, через дырку меня убили. У нас играет некто Руп Дог. Руп Дог, блять. Только Руп Дог. Нормально лежит, пацаны. Саня, красавчик. Я бы сказал, просто охуенно лежите. Снимаемся. Самолет. В самолете был пидор. Смотрели меня. В самолете минимум один пидор точно. Прикрывайте, ладно, пойду сами. Блять, сзади. Дрены. Отброшено. Забрали, забрали. Чисто внутрь. Забрали. Заходи, братиш, скорее антигранат. Антигрен еще туда. Ага, ага. На все. Пошла еще одна антигранаточка. Пытаются пушить. Да. Снимаем. Слева кем. Братик, кластерочку пробросил. Враг захватил точку. Ой, Мишина тоже антигранатом после кластерки красиво в бункере поставил. Я смотрю просто, как они забегают на точку в самолет, и братиковые игроки, ты сами кластер, какие бедные. Я тебе говорю, ты шикарная точка вот на этот развал. Просто огонь. Причем ты ее не прямо в точку поставил, а чуть ниже, как раз куда они забегают. Я говорю, прям... на развал, да. Да, и отъебываются. Прям чёрт. Больно. Кто умер? Новая точка. Сейчас антигранатка есть? Есть, все. Большой я проем, жопу. Большой. Да, жопу посмотри. А я маленький проем. А я маленький. Гранаточки работают. Там еще справа какой-то контроль. Вон он. Хороший. Да. Красиво, мужики, просто красиво. Я питаю. Угу. Сюда. Там. Саня на третьем месте. Отпитонил тоже. Красиво. Видите, какая халява? Прицел вообще не в него шел, но одна пуля ему в голову при повороте направо залетела, он сдох. Ну да, брат, там в него влетало уже. А че у врагов со временем? Ну 0-3, ну так мы же не выпустили никого. У нас два человека по 3 минуты лежали. Ну да. То есть они прям даже не были там, где должны были быть. Пойду пописью. О, хорошая идея. Давайте легкий перекурчик.